Пойди-ка попробуй выйти в такую.
такое дерево? Видишь, какой ты? Однако ж девчата не приходят. Что бы ты значила? Давно
все со мной. Фу ты,
Алоха, мою пристрасть к себе. Я истрадался весь. Ладно, пойду напрямик. Итак, я готов. Иначе меня замучают кошмары по ночам. Да ты в уме, ли старый черт? Я-то черт, и мы два сапога пара. У меня сроду таких лохматых сапог не было. Зря куражишься, Салон. А что это ты передо мной козырем ходишь? А мне теперь море по колено. Что, смеешься? Ну ладно. Короче, если ты мне откажешь, я кину самое первое. А душу я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Ишь ты, рожа ведь, мерзость мерзостью, а все туда же, любовные куры затевает. Ну, лазарики, ну, брось гревать. Ну, потешь меня своей кутами, ну, лазарики, ну, потешь. Ну, ладно. Яркой, нежной любви.
я помешал? А? Или ты с кем-нибудь тут забавлялась? А? Я же тут кого-нибудь от меня прячет? А? Ну, Солоха, дай выпить водки. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилась, слышь, Солоха, как схватилась! Стучит кто-то. Это кузнец. Девай меня куда хочешь, Солоха. Какой фабанный ключ ты давал? Oh,
прощай. Меня на этом свете ты больше не увидишь. Дурач, кого хочешь, ищи себе больше, кого хочешь. Кузнец-то повесился, а пойти да рассказать, что кузнец-то повесился. Бабы! А! Бабы! А! Кузнец-то! Что? Повесился! Повредился! Кузнец что-то выкинул.
А вы, небось, меня вместо свинины хотели съесть? Постойте же, я вас порадую. Подо мной в мешке что-то шевелилось. Если не кабан, то, наверное, поросенок. Еще один! Что творится на свете? Не колбасу, а людей кидают в мешки! Вот тяна! Так ведь этот я! Собственной персоной. А это Солоха! А я-то гляжу, у нее таких мешков целый дом. Вот тяна! Ай да Солоха! Ура, тут все собрались. Идем за мной. Кузнеца. Кузнеца жил.
главный парень по клубе, знаешь, что без контракта нет контакта. Ну что ж, я готов. Сейчас я ставлю тебе расписку. Вакула, помилуй, помилуй. Лежачего не бьют, смилуйся. Ну вставай. Вакула, не будь чистопродавцем, я плачу. Меня залога ждет. Вот ты каким голосом заговорил. Мать моя, не трожь. А то голову замор, болотный замор. Я обиделся. Вези меня к самой императрице в Петербург. Ты меня оскорбляешь. Ничего, перетертуешься. Рога не ходи, не золотые. Thank you.
прошу пожелать вам добра, здоровья, чтобы у вас всегда все сбывалось. Наконец-то, может быть, возьмете все, все сбудется. Так вот, сегодняшние вечера на хуторе близ Дикари. Я уже не помню, в который раз происходит в этой школе, но вам сегодня показывали, представьте, мальчики и девочки, подождите, пожалуйста, показывали ученики 9-го Б. Я представлю своих хуторян, наших хуторян, ваших хуторян. Оксана. Елизавета Чепурянова. Влад Аношкин. Обаятельный, привлекательный, пластичный, энергичный, необыкновенный Сергей Ушаков. А вот это Пашка. Так он изменился, повзрослел. Вот. Павел Рожкин. Хуторянки. Алиса Гришина. Евгения Русанова. Константин? Кащенко. Константин, да. Учился в этом году. На две репетиции вышел, что-то свое придумал, показал и выступил. И большой молодец. Всеволод Порошин. Хорошо.
Когда нам бывает хорошо, мы потом забываем, что кому-то плохо. Так вот давайте, когда будет Новый год, он наступит, вы подумайте о тех, кому плохо. А у вас все будет пусть хорошо. Василий Шукшин. Ну, я, наверное, не так процитировал, как хотелось бы. Вам добра, спасибо за внимание. Мы вас всех любим. Конечно же, художественного руководителя Романову Татьяну Владимировну.